Так, ну что, дождался 27 декабря 2020 год, Харьков. Дождался я прорехи в облаках, 16:20 по Киеву. Сближение Юпитера и Сатурна. Ну, то есть это Сатурн, конечно. А вот и Юпитер. 22 числа я здесь же снимал, конечно, между ними было гораздо ближе расстояние. Всего 6 угловых минут. А сейчас их 35. Но я не жалуюсь. Вы мои красавцы. 1 626 000 000 километров до Сатурна справа, с колечками, кто не в курсе. И, так, не соврать, 902 000 000 километров, по-моему, так, до Юпитера. Вот такие пироги. Ждали, ждали, дождались. 16:02 по Киеву в Харькове. И прям-таки чистое небо у нас. Какая красота. С 22 числа, когда последний раз был солнечный день, ни просвета не намечалось в небе. Так, сразу, уже по опыту комментариев, которые были за 22 число. Снимаю я не на телескоп, не через телескоп. Это фотоаппарат Nikon Coolpix P1000. У него 125 крат оптического увеличения и 4 цифрового. Там сзади луна уже близко к полной, тоже красавица. Ладно, пошли к спутникам Юпитера. Я отметил, что в комментариях на них многие обращают внимание. Это, конечно, никакие не планеты еще, это спутники Галилеева Юпитера. Галилеева, потому что по преданию, по легенде, по слухам, Галилеев увидел свой телескоп, который лично создал. Так, у нас сейчас все зеркально. У нас теперь правый нижний, это Каллисто идет впереди, спутник. Сейчас спрячется вниз экрана. За Юпитером, к сожалению, у нас сегодня Европа спряталась. Вчера, в прошлый раз она 22-го была в отстающих. Сейчас она за Юпитером просто мимо. Так, и дальше идет Ио, спутник, и Ганимед, крайне замыкающий. Где наблюдать Юпитер, Сатурн? Очень странно сейчас смотреть, что Сатурн справа, непривычно. Все лето снимал он слева был, догонял Юпитер, а сейчас обогнал. Видно теперь справа, что закат. Вот у нас в Харькове закат был там 4 там с мелочи, по-моему, уже чуть раньше. Давайте я на Луну переведу пока. Она сегодня... О, да там уже даже Альдебаран виден. Вот, низко к краю экрана, это Альдебаран. Звезда, и до нее 66 световых лет. Это очень далеко, что очень хорошо, потому что эта штукенция в 40 с лишним раз больше, чем Солнце. И рядом с нами она бы нам немножко мешала.
красотулечка наша Луна. Немножко через облака, кратер Аристарх слева, в левом углу. Ладно, потом поснимаю, когда может получше будет. А так явно за облаками сейчас Луна. Пошли к нашему Юпитеру с Сатурном. Вернемся. А то ой-ой-ой, там облака. Не, ну кто бы жаловался, я не буду. Итак, спасибо матушке природе огроменное за предоставленную возможность снять событие, которое последний раз было 800 лет назад. А в следующий раз будет, насколько я понимаю, через 60. Ну там разные версии, но в любом случае это уже мимо меня, просто по возрасту. Давайте на Сатурн наведемся, а то он сейчас за облачком спрячется. Уже спрятался, да. Да, я попробую, ребята, извиняйте, пробовать буду резкость. Ну, видно кольца, видно. Мне в окуляр вообще четко видно, надеюсь, вам на экране будет видно. Все, видно, что за тучи уходит. Пошли к Юпитеру. Куда ж ты убежал, хороший ты мой? Юпитер, ты прячешься, значит, ты не прав. Да. Ну что ж, я доволен. 27 декабря 2020 год, Харьков. 16:27 по Киеву. Кто не видел, когда было близко сближение?